Змітер, вітаю тебе знову на зв'язку з громадським. Дякую, що погодився поспілкуватися з нами. Розкажи, будь ласка, як пояснює білоруська сторона відновлення митних перевірок на кордоні з Росією? Яка ситуація зараз? Вчора говорилося про кілометрові черги на кордоні. Привітання, Ольга. Ну, на самой справі все вельми заблитано. Справа в тим, що такі, як ви ведаєте, з 2011 года, с липеня, у нас нема мяжи с Российской Федерацией. После того, как было подписано мытное погоднение в мытном союзе. Але после того, как Россия увела санкции супроти товаров с краин Евразвязу и США к шерогу інших краин, это несколько месяцев тому, на белорусско-российской мяжи с боку России з'явилися такие контрольные пункты, где представники России робили такие фитосанитарный и ветеринарный контроль, как они это называют. У отказ, ну, два месяца, по словах кировцев, которые возят товары прос Беларусь в Россию, из Беларуси в Россию и наоборот, вот два месяца уже иснуют, россияне поставили такие вот кордоны и проверяют все товары, что везется, потому что начались обвинувачивания, что Беларусь поставляя забороненные, так бы мовить, товары, выдаючи их за свои, поставляя в Россию. И с этого навода, как вы памятаете, певный час тому начались санкции с российского боку супроти российских предприемств. До прикладу, 23 российские, белорусские мясокомбинаты были признаны, что у них дренная продукция, и им не можно свою продукцию поставлять в Россию. Белорусские улады на это покрылдились и так само начали проводить контроль певный на белорусско-российской мяжи. Але справа в том, что это никто не называет, как небыто вот там створены, как это было ранее, контрольно-пропускные пункты, где проходят певную такую проверку, как на звычайной мяжи, усе фуры. Это все с белорусского боку, и это называется, что яны мониторят ситуацию у этом районе. И по стверджению белорусского мытного комитета, яны периодично выезжают на вот так бы мовить, на былую белорусско-российскую мяжу, там, где вот на трассы, где ранее стояли эти контрольно-пропускные пункты, и там вот периодично мониторить, что за товары везутся с России в Беларусь, и что за товары везутся с Беларуси в Россию. Ну, а про то, насколько это вот мониторинг и насколько оно периодичное, как кажут белорусский бок, можно судить по тем, что, скажем, вот по звездках нашего мытного комитета за опошние 5 дён яны спынили 7 спроб вывоза на территорию Российской Федерации товаров этой санкционной группы, то есть вот сбоку Беларуси туда в Россию везли, наши мытники спынили, а с России за эти 5 дён яны спынили 86 грузовиков, которые так само везли у Беларусь товары, которые не имели певных документов необходимых, там, альбо ветеринарных, альбо по фитосанкционных, альбо неких вогуле, неких документов. То есть, как бы, кажут это все так вот стипло, что это мониторинг контролю, мониторинг ситуации, але на самой справе вот довольно пильно сочат за тем, что везут у Россию сбоку Беларуси российские представники, ну, найперше рос это ветеринарного нагляду, и что везут с России у Беларуси наши помежники и мытники. Что дотычется вот этих вот великих чергов, про которые сказали, что они там небыто на 25 километров, альбо еще что, на самой справе, не глядя на то, что российские СМИ про это шмат говорили, на вот такие
поважаные сродки массовой информации, как та же самая «Медуза» про это поведомила, никто не поставил здымков этих чергов. И журналисты белорусские, которые учора одразу поехали у день на вот эту вот белорусско-российскую межу, таких великих чергов не побачили. Было там машин 20. Правда, когда размовляли журналисты с теми кировцами машин, которые там стояли у черзе, то кировцы признавались, что звычайно доводится постоять, покуль вот документы проверяются, там все это на ветеринарные и все остальные, 2-3 годины, але часом доводится стоять и полову дня, там 7-8 годин. Так что раз на раз не доводится, и черги саправды здараются. Змитер, а наскільки насправді в цього всього більше політичний, ніж економічний підтекст? Що в Білорусі кажуть, чи не є ось це відновлення митних перевірок насправді відповіддю на санкції Росії? І наскільки це підриває саму ідею і саме існування митного союзу? Ну, то, что это подрывает саму идею мытного союза, это видовочно для всех. Что самое интересное, буквально пару дней тому я робил, вибачаюся, материал на вот эту тему, что, как лечат экономисты, как они ставятся до этого. Что самое интересное, именно российские и казахские экономисты кажут, что тут больше политичное такое вот, больше политики, чем саправды этой вируса, там тенькая, чи чего там штамма этой африканской чумы. Российские незалежные эксперты, политолог Кирилл Коктыш заявил, что таким чином, вводячи эти санкции супроти белорусских предприемств и вводячи таки контроль на белорусско-российской межи, Россия хочет передать, ну так бы мовить, месседж Евросоюзу. Мовляв, коли вы хотите говорить с Москвой, то треба это робить наупрост с Москвой, а не про там Минск, Астану, типа знейка там, типа Киев, типа кого-нибудь иншего. То есть наупрост. То есть вот это такой политический месседж, за якого экономично терпят белорусские предприятия. Казахский эксперт, с якими я так само говорю, так само лечит, что тут больше политики в Казахстане вельми незадоволены тем, что товары с Беларуси, типа с Беларуси, не доходят до Казахстана. И, до речи, прогнозуют, что из-за этого у них вельми подорожают товары. В уголе за санкции, которые накладены на Россию, чекают, что будет приблизно 20, а то, может, и более отсотков девальвация казахстанской валюты. А вот белорусские эксперты кажут, что саправды шмат какие товары белорусские, ну, яны не вельми доброй якости, не заўсёды, особливо на маленьких мясоперапрацоўчых комбинатах, сочаць за якостью и лічаць, что вот такие меры, какие зараз увела Россия, яны примусяць белорусских вытворцев выраблять больш якостные товары. Змітер, і хочу змінити тему, поговорити про останній випадок затримання журналіста у Білорусі. Мова про журналіста Олександра Алєсіна, якого звинувачують у шпигунстві. Зник він приблизно у кінці листопада, 26-27 числа, сказали його родичі. Вчора Радіо Свобода, що КДБ білоруське повідомило їх якраз про те, що звинувачується він у шпигунстві. Що це за історія і... Відомо, що цей журналіст, він був критиком, він військовий експерт, і він говорив про те, що потрібно Білорусі приділяти більше уваги своїй армії з огляду на події в Україні. Розкажи нам трохи більше про цю історію, наскільки його затримання може бути теж політично мотивоване, пов'язане з його журналістською діяльністю. Ну, то, что с его журналистской деятельностью это связано, до этого схиляются все эксперты. Сам я добро ведаю господара Алєсіна, неодноразово звертался до его по комментарию, потому что это, саправды, был самый знанный
белорусский эксперт, военный эксперт по войсковой тематике. И сапраўды он вельми моцно критиковал стан, в яким находится белорусское войско, техника, якая находится. Ну и я думаю, что магчыма бачылі в Украіне яго такое інтерв'ю, якое выйшло у нас на радыё, дзе ён распавядаў пра ваенныя базы расійскія, авіяцыйныя ў першую чаргу, і што яны азначаюць. Тым не менш, мала хто лічыць, што гэта было звязана з яго, што тут ёсць нейкая палітыка ў прамым сэнсе, што яго затрымалі за крытыку. Яго калега ў інтэрв'ю, якое я таксама рабіў адразу пасля таго, як стала вядома пра затрыманне спадара Алесіна, выказаў меркаванне, што на самой справе Алесін заўсёды, ён, па-першае, чалавек сталага ўзросту, а гэта такі ўзрост, і ён вельмі вядомы эксперт, вельмі запатрабаваны, і яму ёсць чым зарабіць на жыццё, чым займацца шпігунствам. Тым больш, што не сталым людзям у такія авантуры пускацца. Ён працаваў з адкрытымі крыніцамі, але справа ў тым, што, скажам, тое, што знаходзіцца ў адкрытым доступе, скажам, на расійскіх сайтах, можа быць сакрэтнай інфармацыяй у Беларусі. І чалавек узяў адкрытую інфармацыю з нейкага, да прыкладу, расійскага сайта, тут выкарыстоўваў яе як журналіст, як эксперт, і гэта стала прычынай, ён распаўсюдзіў інфармацыю, якая сакрэтная ў нас, але не сакрэтная ў іншых месцах. Толькі з гэтым звязываюць, тым больш, што з'явілася інфармацыя, што насамрэч затрымлівалі нейкага, невядома з якой краіны, але еўрапейскай краіны, дыпламата за шпігунства, а Алесін быў разам з ім і патрапіў, так бы мовіць, як кажуць, за кампанію. Правда, правяраюць зараз, ці сапраўды ён мог нейкія дакументы перадаваць гэтаму дыпламату, но што насамрэч адбываецца зараз, дзе ён знаходзіцца, ці ёсць у яго адвакат і ўсе астатнія пытанні, КДБ не каментуе. Сёння, буквально некалькі гадзін таму, я размаўляў з прэс-сакратаром Беларускага камітэта дзяржбяспекі, і на ўсе гэтыя пытанні, як я вам пералічыў, дзе ён, ці ёсць у яго адвакат, у якіх умовах ён утрымліваецца, ён сказаў, ніякіх каментароў не даём. Так што адзінае, што скажам, што яго калегі лічаць, што палітыкі за гэтым нема, што ён распаўсюдзіў інфармацыю, взятую з адкрытых крыніц. Дякую дуже, Зміцер. Зміцер Лукашук, наш колега із Білорусі, з Єврорадіо білоруського, був на зв'язку з нами з Мінська. Говорили ми про відновлення Білорусі митних перевірок на кордоні з Росією, а також про затримання журналіста, військового експерта Олександра Алєсіна, відомого своєю критикою влади і тим, що він закликав, власне, Мінськ і Олександра Лукашенка зміцнювати білоруську армію з огляду на події в Україні.